Здравствуйте, друзья, на связи Денис Телегин. Сегодня мое видео будет о системе защиты от протечек воды «Нептун». Установлена она у нас не на горячую холодную воду, а на отопление. Естественно, в старых домах, где стояк отопления проходит в углу и сделан он металлической трубой, такую систему никто ставить не будет. А вот в новых домах, там где отопление проходит по полу, такая система будет очень актуальна. Изначально от застройщика в этой квартире, как в принципе и во всех квартирах, шла система отопления на тройниках. То есть в коридоре стоял основной шкаф, от него шла труба к первой батарее, потом на тройниках ко второй, потом к третьей. Эту систему мы демонтировали. Мы установили в ванной комнате отдельный шкаф сантехнический, где у нас установлен коллектор. В итоге у нас получилась лучевая система отопления. То есть от коллектора каждой батареи идет отдельная выделенная линия. Перед раздаточным коллектором мы установили Нептун. Так как у нас три батареи, то каждой батарее идет отдельно свой датчик. Плюс четвертый датчик находится в самом сантехническом шкафу. Стандартной длины датчиков не хватало, поэтому мы их удлиняли. И для удлинения использовали двужильный интернетовский провод. У нас делается дизайнерский ремонт. И, соответственно, батареи отопления также дизайнерские, а не итальянские. Неизвестно, как они поведут себя в наших условиях при нашем давлении. Тем более осенью, когда отопление запускают, проводят пробные пуски. И в этот момент давление в трубы достигает 10 и даже 11 атмосфер. И чаще всего в этот момент и лопаются все радиаторы, напольный конвектор и батареи. Если, к примеру, у нас лопнет батарея отопления, то датчик, который находится под ней, тут же сработает. И Нептун перекроет подачу воды. Но что делать, если, к примеру, у нас лопнет труба где-то в центре комнаты под стяжкой? Так как все трубы у нас одеты в специальный утеплитель, то вода в первую очередь пойдет по этому утеплителю и выйдет наружу в сантехническом шкафу. А там у нас также установлен датчик. И Нептун также сработает и перекроет воду. Так как у нас коллектор установлен в ванной комнате, то в специальной нише мы сделали сантехнический шкаф из нержавеющей стали. Установили коллектор и поставили люк-невидимку. А сверху все это облицевали плиткой. Итак, друзья, если у вас лучевая система отопления с раздаточным коллектором, или, к примеру, у вас теплый водяной пол, то установить систему защиты от протечек воды будет очень актуально. Ну а на этом у меня все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.